Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Какое имеет значение ношение колец на пальцах ног у женщины? Большое спасибо. Если женщина носит драгоценности на ногах, то ее не сможет соблазнить чужой мужчина. Это проверено Индией. Существует целый ряд индийских эзотерических практик. В случае, если очень часто на женщин можно влиять, влияя конкретно на ее ноги, особенно на стопы, на пальчики, там след снять и так далее. Если носить на пальцах ног украшения, то женщину такую соблазнить или совратить, используя магию, невозможно. Бывает ли такая магия? Да, у меня есть история, обратилась ко мне семья. И муж говорит, вот жена попросилась поехать в Турцию во время вот войны, и уехала в Турцию с ребенком, поотдыхала там, а потом, когда приехала, не в Турцию, а в Дубай, а потом, когда приехала, то начала себя вести ужасно, то есть все время плачет, все время сидит в телефоне, закрывается в туалете, орет, ночью не спит, исхудала, по ночам чуть ли не воет. И потом он говорит, ну что ж с тобой, что с тобой, Оксана? Оксана ему отвечает, я не могу, обожаю Мухаммеда и так далее. Но нашел он этого Мухаммеда, созвонился, этот Мухаммед говорит, я и моя семья с утра до ночи делаем все для того, чтобы твоя жена приехала и жила со мной. А хочешь ее вернуть, заплати нам и дальше сумма определенная. Как на нее воздействовали? На нее воздействовали конкретно через ноги, определенным образом. То есть она поносила тапочки, эти тапочки забрали, после этого с этими тапочками что-то сделали, и эти тапочки вернули. Это возможно было, или там еда, она ела еду на тарелочке, после этого эту еду можно забрать, после этого эту еду сложить в кулечек, повесить над огнем, произносить определенные аяты. Там о том, как душа засохнет и так далее. И это все вот приводило к тому, что вот у нее такое. Хорошо, что обратились ко мне. Когда провел обряд, который называется обрядом очищения человека от влияния, то у нее появилось со второго дня, она говорит, как наваждение, как пелена упала. Да что же это было такое и так далее. То есть видите, чудеса, оказывается, имеют место быть.